Здорово, пацаны, я нахожусь в городе Серпухов и пытаюсь найти какого-то тут павлина. Какой-то есть тут охренительный павлин. Вот я сейчас пытаюсь к нему пробраться, к этому павлину. Вот сейчас вроде нашел там по карте, где павлин, сейчас туда двину. Вот на горизонте показалось какое-то строение, очень похоже то ли на юрту, то ли на какую-то египетскую пирамиду. Я не знаю, что это такое, но, возможно, это и есть обозначенная на карте Звездная площадь. Где-то там недалеко должен быть павлин. Где же павлин? Ну, где же павлин? Вот павлин! Павлин крут. Павлин здоровый. Пацаны, я сейчас в центре города. Через центр города проходят вот такие вот штуки. Они как космические какие-то вообще сооружения, немыслимые. Они вот идут там еще вдаль туда. Как корабельные мачты. Вообще нереальная тема. Круто. Братва, я сейчас нахожусь на улице Джона Рида. Джон Рид, если кто не знает, это правая рука грязного Гарри. Он когда-то тут бандитствовал в Серпухове. И вот в честь его назвали улицу. А прятали они свои сокровища вон в той башне. Да, башня очень крута и высока. И в той башне даже есть кабак там, в котором они пропивали награбленные денежки. Так что вот, улица Джона Рида. А, кстати, вот боксерский автомат, блядь. Денег жалко, а тут я уебал. Ну что ты там стоишь? Сыграй со мной. Ха-ха, блядь, уебать меня в табло. Вон там дискач, дискач. Такого хуй где увидишь, блядь. Свадьба в Малиновке. Вон там чувак с микрофоном, блядь. Ага. Пацаны, если будете плохо играть в группе, поедете вот сюда, поучиться поиграть.